Меня зовут Кученков Юрий, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта. Я все хочу знать о гольфе и научиться в него играть. Меня зовут Светлана Афанасьева, я двукратная чемпионка России по гольфу. И сегодня исполню желание Юрия Владимировича, научу его играть в гольф. Вот это называется набор гольфиста. Здесь может быть не более 14 клюшек. Отличаются они тем, что вот эта вот часть, шафт, может быть металлический, например, как на этой клюшке, может быть графитовый. И от этого меняются характеристики клюшки, то есть ее вес, жесткость и длина. Правила гольфа вкратце очень просты. У каждого игрока есть мяч, с которым он проходит 18 лунок, то есть есть 18 стартовых площадок и 18 лунок. То есть от одной лунки к другой игрок забивает мяч в лунку и суммируется количество ударов, сколько ему потребовалось для того, чтобы попасть во все 18 лунок. Соответственно, чем меньше ударов игрок делает, тем лучше. Сейчас перейдем непосредственно к удару. Ноги мы ставим на ширине плеч, колени немного согнуты. Сейчас я продемонстрирую один удар. Юрий Владимирович, а сейчас попробуйте вы. Свет, ты знаешь, у меня сразу получилось. Я увидел, как ты делала. Вот так, правильно? Отлично, да. Вот так вот. Очень хорошо. Теперь мы проверим. Слушай, как неудобно. Поначалу хват вообще кажется неудобным, да. Это правда. Проще, да. Ставим клюшку ровно, вот таким образом. Так, отлично. Теперь разворачиваем плечи, смотрим при этом вниз. Руки пока не сгибаем. Вот такой делаем вот так. Замах. Да, отлично. Вот очень так, хорошо, да? Прекрасно. Взгляд вниз. Делаем удар, обязательно касание. И разворачиваемся в другую сторону. Очень хорошо. Многие мои друзья занялись этим пока еще не совсем изведанным для нас видом спорта. И поэтому, беседуя с ними, встречаясь с ними по работе, я, конечно, не мог этим делом не увлечься. И этим и вызвано было мое желание все-таки изнутри посмотреть, что это такое. Мы попробуем сделать удар с мячом. Мяч устанавливаем относительно ног посередине. Так. Боязнь ударить в землю. Да что же это? Неужели не получится? Здорово. Великолепный удар. Главное — легкость. И смотрим всегда на мяч. Здорово. Здесь я для себя действительно открыл вот этот мир. Я понял, что это не простой. Не хватает поляны. И физическая подготовка здесь, как и во многих видах спорта, включая шахматы, тоже играет очень большую роль. Я вот провел там несколько ударов и понял, что это достаточно физически затратный механизм.